Вот уже несколько недель мы знакомим вас с грязными политиками, пытающимися пройти в Государственную Думу 7-го созыва. Сегодня мы расскажем вам о кандидатах-экстремистах, которые при прохождении в Госдуму будут иметь возможность навязывать свои крайние взгляды обществу. Третье место. На третьем месте расположился выдвиженец от партии «Яблоко» Альберт Эсядов. Председательствует в Лезгинском национальном народном движении «Садвал», которое было неоднократно замечено в террористической деятельности и разжигании межнациональной розни. Вследствие этого было официально признано в Азербайджане террористической организацией. Его сын Алим Эсетов также участник «Садвала». По фотографиям Алима из социальных сетей становится понятным, какие ценности привил ему отец при воспитании. Второе место. Идущая на выборы при поддержке беглого олигарха Михаила Ходорковского, Юлия Юзик написала две книги об экстремистских организациях в России «Невесты Аллаха» и «Бесланский словарь». В них она героизирует шахидок смертниц, выступала в поддержку эвтаназии, которая запрещена на территории России, предлагает провести государственный переворот и аннексию российских территорий, а также передать весь ядерный потенциал США и странам ЕС. Первое место. На первом месте в нашем рейтинге расположился сторонник теории сионистского и масонского заговора Вячеслав Мальцев из Парнас. Он давно известен своими крайними националистическими взглядами и высказываниями. Мальцев неоднократно предсказывал в России кровавые революционные события. «Есть один шанс только избежать революции. Отдать мне власть прямо сейчас», — говорит кандидат. Его нынешняя кампания изобилует экстремистскими выходками и рассуждениями. «Я хочу получить всю полноту власти, а как это будет называться, мне все равно». Отдельно стоит отметить назначение на пост своего доверенного лица Дмитрия Демушкина, отъявленного националиста-уголовника, не раз привлекавшегося к ответственности за свои действия. Это был очередной рейтинг грязных политиков, идущих на выборы в Государственную Думу. Заходите на сайт главдосье.рф и узнайте всю правду о грязных кандидатах.